уходили, расставались, покидали тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. Всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твою знаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Дам приказ ему на замок, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на град.